Не игрушечные, а самые настоящие подарки получают наши телезрители, которые участвуют в викторине о сериале «Игра престолов». В каждом выпуске новостей мы задаем вопрос об этой культовой саге, встречаемся с победителями викторины и дарим им фирменные сувениры. Прошедший накануне тур викторины снова преподнес сюрпризы. Вместо двух победителей сегодня определен только один. Из более 30 участников только Эльвира Соколова правильно ответила на вопрос, как описал происходящее в пятом сезоне «Игры престолов» один из ее актеров Кит Харрингтон. Его фраза звучала так: «Человек погибает, дракон рождается». Примечательно, что девушка уже была одним из победителей нашей викторины и получала в подарок футболку с символикой сериала. Сегодня же мы вручили Эльвире еще одну фирменную футболку и стильную кружку. Сомневалась между первым и третьим ответом. По интуиции выбрала первый. Мои родственники не смотрят сериал, но я активно обсуждаю с друзьями по интернету. Ну, определенные моменты героев, сюжет. Я своей победой обязательно поделюсь с друзьями.